Привет! Вы на канале водовоз.ру. Иван на связи, и сегодня у нас на обзоре электрическая помпа от Vatten. Этот автоматический насос с удовольствием перекачает вам нужное количество воды из 19-литровой бутыли. Достаточно поднести к кранику чашку или стакан, нажать на кнопку в верхней части корпуса, и ровная струйка не заставит себя ждать. Производительность помпы более 1,5 литра в минуту. Электрическая помпа Vatten проста в установке. Достаточно погрузить в бутыль водозаборный шланг, соединив предварительно его с помпой, зафиксировать корпус на горловине, и помпа готова к работе. Заряжается помпа от сети через USB кабель. Одного заряда хватает на 4-6 бутылей, потом насос начинает качать с перерывами, либо вовсе перестает работать. Устройство легкое и компактное, прекрасно подойдет не только для дома, но и для дачи, где тоже нужен запас качественной питьевой воды. Гарантия на устройство 1 год. Узнать больше и приобрести можно по ссылке в описании или в нашем мобильном приложении. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Всем спасибо, всем пока!